Привет всем! Присоединяйтесь. Галин, добрый вечер! Вижу вас с праздником, друзья! С Пасхой! Светная тишь, счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем бы подумать не смела, я в твоих увидала глазах, и с тобой без вина захмелела, и косынка свела на плечах, разгорелась заря золотая. Плыла над притихшей водой, в эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой, в эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. На пальце колечко и несмелую речь поведешь, и заре улыбнусь я беспечно, что ты сделала майская ночь, и, встречая меня на крылечке, улыбнется мне взрослая дочь. Разгорелась заря золотая, поплыла над притихшей водой, в эту ночь я была молодая, останусь такой, в эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. Колдовала рассветная тишь, счастье было да так быстротечно, что ты сердце мое бередишь. То, о чем мы подумать не смела, я в твоих глазах, и с тобой без вина захмелела, и косынка свела на плечах, разгорелась заря золотая. Плыла над притихшей водой, в эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой, в эту ночь я была молодая, и с тобой я останусь такой. Всем привет! Вижу, кто присоединяется. Всем привет! С праздником, с Пасхой! Христос воскрес, как говорится. Воистину воскрес. Народ пишет, поздравляет. Ой, сегодня была немножко на природе, на даче. Даже, мне кажется, чуть-чуть подзагорела на лицо. Потому что солнце было сегодня у нас в Самаре целый день. Вот, так, конечно, свежо, но, в принципе, солнышко было. Вера, добрый вечер, Галина, Андрей. Кто-то у нас со связью сегодня. Вот сейчас минутку, друзья. Вроде бы у меня Wi-Fi. Вообще Wi-Fi вроде должен нормально ловить, насколько я понимаю. Но что-то, видимо, может быть из-за того, что праздник.
Ну ладно, посмотрим сейчас, как дальше будет со связью. Если будет не очень, тогда долго эфир, наверное, не получится, потому что как бы, ну, не очень, да, когда у нас связь плохая. Так, давайте что-нибудь такое. Попою вам. Помню, милый, как-то раннею весной гуляли под луной, говорил ты ласковые мне слова. Закрылела, закружилась голова. Говорил ты ласковые мне слова. Захмелела, закружилась голова. Крапива, лебеда, на дорожке стелится. Ну и что же говорят, что мой милый женится? Крапива, лебеда, на дорожке стелится. Ну и что же говорят, что мой милый женится? Расцвели цветы ромашки на лугу, под гулянье к милому опять бегу. Умилались до зари, на всю ночь купели нежно соловьи. Целовались, миловались до зари, на всю ночь купели нежно соловьи. Крапива, лебеда, на дорожке стелется. Ну и что же говорят, что мой милый женится? Крапива, лебеда, обещание свое он не забыл, мне колечко золотое подарил. По деревне говорят, невеста я невеста самая счастливая. По деревне говорят, невеста я невеста самая счастливая. Крапива, лебеда, по дорожке стелется. Ну и что же говорят, что мой милый женится? Крапива, лебеда, по дорожке стелется. Ну и что же говорят, что мой милый женится? Песенка «Крапива, лебеда» называется. Так, ну давайте еще что-нибудь. Ой, Галин, спасибо, спасибо. Давно не пела, видите, стала забывать слова. Что значит, редко эфиры стала делать. Поем все вместе. Калина Рябина. Звенели ночи песни соловьиной, отгремели грозы, слезы высохли мои. Где же та калина? Где же та рябина? Где же та мечтала о любви? Где же та калина? Где же та рябина? Где же та девчонка, что мечтала о любви? Пробежали весны, пролетели зимы, был и жар свиданий, и разлук холодный лед. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и нашей встречи ждет. Только вновь калина, только вновь рябина, на ветру качается и наши встречи ждет. Музыка.
рябина, расцветет рябина, расцветет и сердце, был бы рядом, милый друг. Расцветет калина, расцветет рябина, расцветет и сердце, был бы рядом, милый друг. Видите, вспоминаю чуть-чуть под минусовки. Думаю, надо хоть повспоминать немножко. А слова-то забываются, друзья. Надо почаще петь. Так, как со связью, напишите. Зачем ты, весна, так
Так, друзья, вот такую песенку я вам не пела давно. Вот решила вспомнить. Так, мамину герань Галина просит вспомнить. Да, Галина, сейчас вспомним. Так, с праздником Валентина вот присоединилась. Валентин, добрый вечер. Спасибо. Тоже всех с праздником. С Пасхой. Христос воскрес. Всех с праздником, друзья. Так. Сейчас найду слова. Там кто-то спрашивал, в школу я вышла. Да, друзья, в школе же я работаю музыкальной, поэтому в школу сразу вышла, как только приехала в январе домой с Подмосковья. И сразу пошла в школу, как обычно, друзья, на рабочее место, как говорится. Так, ну что, давайте для Галины споем. О, Зоя присоединилась. Зоя, добрый вечер. Их простой красоты.
такая песня. Галина пишет, спасибо большое. Галин, для вас, с праздником. Так, Любаша, так, Вали Пудовой или Лены Гуляевой. Ну, давайте «Русалочки» споем, Зой. «Русалочки» Валентины Пудовой. Я думаю, ее, наверное, песню эту знают. Потому что Елены Гуляевой я пела уже в начале эфира «Крапиву лебеду» песню. Вот. А вот Валентины Пудовой не пела. Песенка. Так, сейчас немножко почитаю, что вы тут еще что-то писали. А вот Елена пишет, что песни Пудовой «Бальзам на душу» Валентина Пудова. Кстати, вчера смотрела передачу вот Андрея Малахова. Вроде бы она там что-то пела, да, ну какую-то не очень известную песню, вот, но мне понравилось, да. Но вот сегодня я ее не смогу спеть, друзья, эту песню, потому что, видимо, это, по-моему, не ее песня, а может быть там чья-то. Ну, песня хорошая была. Так, Наталья просит, Любаша, можно песню «Полюбила я некрасивого». Вот что-то вот такое вот. А кто ее поет? Напишите, Наташа, кто поет ее. Потому что даже такую, может быть, и не знаю. Андрей пишет, девочки, не пора ли нам уже создать всероссийский хор во главе с Любой? Да,
Я бы вам поиграла, друзья. Приезжайте, споем вместе. Так, вот Елена пишет, а есть еще у нее песня «Не выбирай красивую». Давайте попробуем вспомнить. Да, такая вроде была песня у Валентины Пудовой. «Не выбирай красивую». Что-то такое, я помню, она пела. Сейчас попробуем. Так, скорее всего, она ее сама даже написала. Хотя не знаю точно, но... Так, сейчас попробую. Надо вспомнить мелодию. Благодаря вам вспоминаем такие песни. Спасибо, друзья. Тоже слушаете, наверное, много, как и я. Каждый день что-нибудь включаю в Ютубе. Вот, прослушиваю, иногда подпеваю что-то. Так, Елена пишет, еще хочется послушать «Саратовскую вишню» песню. Так, такую тоже знаю песню. Сейчас споем, друзья. Так, Оля присоединилась. Оль, добрый вечер. Пьер присоединился. Добрый вечер всем. Напишите, как со связью, зависает ли эфир или нет. О, Роза присоединилась тоже. Наталья, добрый вечер. Оля пишет, отлично со связью. Видимо, связь наладилась. Так, расцвели саратовские вишни, да? Так, сейчас попробую. Наизусть, конечно, я ее знала вроде бы. Так.
тебя со мною рядом нет. Вдаль ведет широкая аллея, на тропинку падает роса. Я б хотел увидеться с тобою, заглянуть в красивые глаза. Рассказать о всем, что наболело, поделиться, чем в душе богат, показать тебе вот этот белый, этот вешний, этот майский сад, показать тебе вот этот белый, этот вешний, этот майский сад. Но тебя не видно и не слышно, лишь в кустах малиновка поет. Неужели саратовская вишня без своей хозяйки отцветет? Неужели саратовская вишня без своей хозяйки отцветет? Расцвела саратовская вишня, поднялся над Волгою рассвет. От тебя не видно и не слышно, от тебя со мною рядом нет. От тебя не видно и не слышно, от тебя со мною рядом нет. Вот, друзья, такая песенка про Саратов. Сразу вспомнила Саратов, этот город хороший, что там, ну, достаточно тепло, такой теплый город, друзья. А потом идет Волгоград, недалеко от Саратова. Так, спасибо, Елена, спасибо. Ну, давайте что-нибудь такое лирическое, да, наверное. Сегодня все как лучшему другу я тебе доверяла, почему же сегодня?
Так, сейчас прочитаю. Вспомнилась песня «Мамин старенький дом», «Пышный куст под окном». Елена пишет. Так, такой мы тоже вроде пели, да. «Уй, цветет калина», Сергей просит, «спойте». Оля пишет. «Люба, лови миллион, миллион, миллион алых роз». Цветы присылают, друзья. Спасибо, спасибо. Так, как взять себя в руки тоже. Давайте, ой, цветет калина, я чисто наиграю для Сергея. Так, ну давайте «Мамин старенький дом». Я так думаю, я не очень долго еще буду сидеть, потому что что-то у меня уже телефон, видимо, стал нагреваться, и поэтому надо уже заканчивать, друзья. Сейчас еще, наверное, давайте вот попробую вспомнить «Мамин старенький дом» песню. И на этом, наверное, все буду отключать, а то перегреется мой телефон. Надо его, чтобы он отдохнул немножко.
сирень опьяняла. Под гармонию ворот танцевали фокстрот, ароматом сирень опьяняла. Как горели глаза, ах, гармонье газа заставляла плясать, веселиться. И в 17 любовь волновала нам кровь, и хотелось в кого-то влюбиться. И в 17 любовь волновала нам кровь, и хотелось в кого-то влюбиться. Пусть прошло много лет, не найду я ответ, почему же так в жизни бывает. Лишь приходит весна, людям вновь не до сна, с новой силой любовь расцветает. Лишь приходит весна, людям вновь не до сна, с новой силой любовь расцветает. Марин старенький дом, под сиренью скамейка стояла. Под гармонию ворот танцевали фокстрот, ароматом сирень опьяняла. Под гармонию ворот танцевали фокстрот, ароматом сирени опьяняла. Вот, друзья, такая вот песенка. Так, ну, друзья, не обижайтесь, если я там что-то, какие-то просьбы не выполнила. Вот, постараюсь на следующих эфирах еще исполнить ваши просьбы по поводу песен, да, потому что вот у меня телефон что-то уже перегревается, надо отключаться, друзья. Вот, всем спасибо, кто присоединялся, кто подпевал за кадром. Спасибо, друзья, вижу, что много стареньких, кто уже, ну, постоянно заходит на эфиры, узнаю. Вот, спасибо, друзья. Буду стараться, конечно, почаще выходить. Вот прям на неделе время вообще куда-то выпадает. И, в общем, не хватает времени даже в будни вот так вот выйти чисто к вам попеть. Поэтому, видите, вот выходные нашла. Вот. Так, Андрей пишет. Вчера в Москве в музыкальном проекте «Новая звезда» девушка из Самары классно выступила. Ваш город богат на музыкальные таланты, Андрей пишет. Ну вот, я не смотрела, Андрей, да, не видел, надо посмотреть. Ну, давайте, всем пока-пока, спокойной ночи, уже вечер, хорошего вечера. Галина пишет, очень скучаю по твоим эфирам, друзья. Буду стараться, конечно, да, как-то найти время. Но вот вечера обычно прям заняты. Раньше же, я помню, вечером к вам выходила в эфир, как-то находилось время. А сейчас то в музыкальной школе нахожусь, то надо ребенка вести на танцы. В общем, и обычно вот как раз все это вечером происходит. Поэтому не получается, друзья, в будни. Вот, ну, может быть, все равно не будем расстраиваться, будем надеяться на лучшее, как говорится. Поэтому эфиры будут обязательно. Пишите, может быть, какие вы песенки еще будете, хотите услышать.
Можете писать в комментариях, что бы вы хотели услышать. Я уже буду примерно представлять, что, какие песни готовить к эфиру. Вот Роза пишет тоже. Скучаем по эфирам. Роза, спасибо, спасибо. Я тоже иногда прям сама чисто охота выйти попеть, но не хватает времени. Ой, Лен, спасибо. Лена, спасибо. Оля пишет, Роза, очень скучаю. Ну вот, друзья, для этого можно просматривать старые эфиры. У меня, кстати, такой сейчас план возник, что я нашла в интернете, как можно скачать прямые эфиры с одноклассников, да? Ну, вот так вот примерно. И немножко начала скачивать эфиры свои с одноклассников и загружать их в YouTube. Вот. Ну, на это тоже нужно время, но вижу, что в Ютубе, да, очень много тоже стали просматривать эфиры, вот как раз из одноклассников. Поэтому, видимо, все-таки, ну, народ разный. То есть кто-то в одноклассниках меня слушает, кто-то в Ютубе. Поэтому буду туда еще, наверное, стараться загружать тоже эфиры. Так что, друзья, заходите везде, где хотите, в Ютубе или в одноклассниках, в любом месте. Ну все, пока-пока.